Всем привет, мои хорошие, мои друзья. Не поверите, сколько сейчас времени. Сейчас время 8 часов. Я тут уже сижу где-то часов 7, наверное, 6. Короче, сегодня у меня вообще не было сна. Вчера я выпила кофе, но я его выпила где-то ближе к часу. Я так думаю, к часу, господи, к 11. Вот, ближе к 11 утра. Но я так думаю, что оно было очень крепкое, и именно поэтому я не уснула вечером. Вечером я легла спать в час. И самое интересное то, что я вообще не уснула. У меня был сон, я чувствую, что я спать хочу, но я не уснула. Вот. А самое интересное то, что время пролетело, то есть ночь пролетела быстро. Я помню, я раз в телефон заглядываю, 2 часа ночи. Лежу, вроде вот, думаю, наверное, минут 5-10 прошло, заглядываю, 4 утра уже. Думаю, 4 утра уже, нифига себе, думаю, как много-то, а? Надо спать. Лежу, заглядываю, 5 утра. Думаю, да что ж такое, смысла нет, ну ладно, встала, поела. Думаю, надо тогда покушать. Поела, значит, вот, выпила таблетку свою, которую для волос пила. Там уже, кстати, Дима начинает просыпаться. Вот, легла. Думаю, ну сейчас точно усну. Поела, усну. Хотя вечером грейпфрут съела. Опять не могу уснуть. Лежала, наверное, 2 часа я опять полежала. 5, 6, 7. Где-то 7, да, я встала. Думаю, пойду тогда пить кофе. Думаю, выпью сегодня 2 ложки. Вчера 3 было у меня. Выпью, думаю, 2. Может быть, он не такой крепкий будет, чтобы мне днем где-нибудь не уснуть. Вот, потому что, в принципе, я могу уснуть. Если где-нибудь прилягу, то все, могу вырубиться напрочь. Вот. Один раз, кстати, такое было, когда Женя положил матрас в Диминой комнате. Может быть, в каких-то влогах вы должны были видеть. Я так прилегла на этот матрас, а Дима еще был маленький, ему там как раз годик там с чем-то уже было, годик там. Вот и 3, наверное, что ли, или 4, или 1,5, я сейчас не помню. Ну, он уже бегал так вот. И я так пролегла, Дима вроде, давай, говорю, на матрас, матрас надувной. Говорю, давай, это, тоже приляг, поиграем здесь, это. И, короче, я вырубилась, уснула. А он бегает там сам по себе, бегает, в комнате, в зале дверь закрыта. Вот, он бегает, муж с работы приходит. А там ребенок сам по себе бегает, он так подходит, а я сплю там, уснула так сладко, сплю, хорошо так. Он натусь. Я чувствую, меня кто-то зовет. Открываю глаза, а я спала. Думаю, ничего себе, сразу где ребенок бегает. Говорит, ну ты что, говорит, совсем что ли уснула? Говорит, а если он опрокинет что-нибудь, а вдруг он там что? Говорю, да вот прилегла, говорю, ну захотела спать, уснула. Вот, то есть такое вот бывает. Вот я сейчас сижу, раздумываю, блин, у меня такое ощущение, как будто у меня голова ватная. Просто какая-то вата в голове. Непонятно, то ли у меня болит голова, то ли она не болит. Но я чувствую, я хочу спать. Но при этом я не засыпаю. Вот Дима еще там только просыпается. То есть, в принципе, я могу еще лечь спать, поспать. Но не знаю, короче, я не смогла сегодня уснуть. Вот. Несколько дней там подряд у меня прям был катастрофический сон. Прям меня просто вырубало уже там в 6 часов вечера. И даже я не было сил даже смонтировать что-нибудь. Вот просто вот сидишь вот так вот и засыпаешь. Вот. А вчера прям я это смонтировала несколько роликов. Мне прям даже спать не хотелось. Такое у меня приподнятое настроение было. Я думала, что я еще порисовать успею вечером. Но нет. Там монтировать... опять много. Вот. Ну, естественно, у нас уже светло. Уже посветлело, кстати, светлеет так быстро. Вроде вот только-только отошла в ванную, возвращаюсь, уже светлее стало. Вроде так сидишь, не замечаешь. Отошла, подошла, посветлее стало. Вот так вот. Сижу вот я здесь. Думаю, вот раздумываю, вот хочу, знаете, сюда провести провод интернета, чтобы в обед, может быть, или вечером стримы делать отсюда с ноутбука. Вот не знаю, стоит, не стоит здесь проводить провода.
по большому счету провод пойдет из зала, то есть из зала, из комнаты моей, до сюда. Не знаю, есть смысл, нет смысла его вести сюда. Хотя, честно говоря, я об этом уже думаю с прошлого года, и все никак. Все то забуду, то вспомню. Вот, ну, вроде на стримы ко мне что-то вы, кстати, особо не приходите. Видимо, мы делаем их в такое время, когда народу дома нету. Вот, либо народ весь занят. Я не знаю, во сколько надо их делать. Я, кстати, смотрела другие люди, когда делают стримы. У них тоже мало людей. 8 человек, так вот 16. Тоже маловато. Вечером делают. Тоже маловато, не знаю. Вот, напишите мне в комментариях, когда вам удобнее, чтобы я сделала стрим, чтобы пообщаться, поболтать. Вот, потому что как-то у нас это даже хочется, знаете, честно говоря, как-то, чтобы было по графику, но что-то у меня пока не получается. Вот, я уже забыла, когда там был прошлый стрим, наверное, было недели две назад где-то. Пока этот ролик будет, наверное, уже 3 недели. Вот. Я сейчас такая сижу, думаю, блин, был бы тут ноутбук с интернетом. Думаю, я бы сейчас в стрим, наверное, вышла. Потом думаю, блин, время-то начало 8-го. Думаю, кто сейчас будет смотреть-то? А потом думаю, а интересно, а будет ли народ смотреть? Действительно, думаю, начало 8-го. Придет кто-нибудь на стрим? Думаю, если вечером не приходит, в праздники не приходит. Думаю, то с утра, наверное, тоже никто не придет, да? Кстати, это у меня это штатив такой вот. Я тоже, кстати, сейчас сижу на него, смотрю и думаю, как бы он ломается постоянно. Вот. И хочется так, чтобы камеру зацепил без проблем. И она висела. Он ломается, то и дело. Вот. Так вот. Сидим. Вспоминаю, что, какие дела я должна сделать сегодня. Какие записать. А, с утра я поела орешки. Сейчас я вам покажу, какие я орешки поела. Мы с вами их, кстати, покупали. Вот это, наверное, выйдет в отдельном ролике. До этого вы, наверное, уже их его посмотрели, этот обзорчик. Я распаковывать не буду, вам просто так покажу. Короче, вот эти вот белые штучки, они очень жесткие. Они очень жесткие, реально. Не знаю, может быть, если их вот... Я сижу, думаю, а куда я их буду девать теперь? Маме отдам. Будет ли она их есть? Кипятком, может быть, залить их, помешать. Внутри орешка вроде так ничего. Вот. Также здесь есть оранжевые вот такие вот штучки. Они, в принципе, ничего так. И есть коричневый. Коричневый... А, ну вот, я коричневый уже почти все съела. Они со вкусом чипсов. И, короче, я сижу и уже хочу чипсы. Но я еще продолжаю сидеть на диете. Мне нельзя. Вот. Так, вот она коричневая. Где-то. И, короче, такие же коричневые продают вот обычно в электричках. Несколько штук, но они реально вкусные. И, по-моему, в фикс-прайсе продают. Я не помню, по-моему, я обзор делала. Но они реально, они вкусные. Для того стоят. И также вот купила другие. Вот тот не очень мне понравился. А вот другие, вот такие вот с кунжутом. Вот они прям вообще, они такие... не то, что... мягкие, они хрустящие, они жуются легко, реально. Они с кунжутом, и, короче, они вообще просто бесподобно вкусные. Ну, и также вот тут какие-то вот желтые, похожие на нут. Нут, что ли, он называется? Какие-то вот такие вот. Блин, вот этот мешок мне прям вообще понравился. Я сейчас сижу и про себя думаю, блин, надо идти на рынок. А с Димой я не смогу, потому что там ступеньки. Вот. Пешком он навряд ли до туда дойдет, сейчас скользко, там все такое, он падает, подскальзывается. Вот, на коляске там ступеньки, я не смогу дойти. Я думаю, блин, когда будет в следующий раз выходной, думаю, вот я с диеты слезу, думаю, я приду килограмм куплю их побольше. Блин, они такие вкусные. Вот орехи, кстати, да, я обожаю орехи. Остановиться я не могу вот перед орехом. Особенно я люблю грецкие орехи. Прям вообще обалденно. Кстати, самое интересное, вот, в конце прошлого года и, наверное, начало этого года, ну, да, последний год, наверное, вот, я замечаю, грецкие орехи стали дешевле.
То есть они где-то сейчас у нас 600 рублей стоят, 700, а раньше они стоили 800, 900. Ну, в основном везде 900, а я вот ходила все, искала, где бы за 800 купить. И находила, таки покупала за 800. А сейчас они стали дешевле. Сахар, кстати, тоже подешевел у нас. По-моему, в прошлом году я за 30 покупала. Этот подешевел Рузик. Я его тоже недавно покупала, вы видели. 30 рублей. А когда-то, еще несколько лет назад, я помню, у мужа его выпрашивала. Он стоил рублей 45-50 где-то за пачку. Может, там вес уменьшился, не знаю. Мне кажется, некоторые продукты подешевели. Почему-то мне так кажется. Не знаю, почему так, с чем это связано. Вот. И вот прям я сейчас сижу, смотрю на эти орешки, и мне прям невозможно хочется. Что-то у меня, по-моему, солнышко заглянет скоро. Невозможно хочу эти орехи, они еще со вкусом, одни солененькие. И главное, в одном мешочке они, то есть весовые были, в одном мешке лежат там горкой. И соленые, и сладкие вместе. И я только что съела сладкий, беру следующий, думаю, что он тоже сладкий, а он оказывается соленый, напоминает чипсы. И я сижу такая и понимаю, что я хочу чипсы. И при этом я знаю, что у меня на балконе, там в шкафчике лежат чипсы. Я думаю, блин, я хочу чипсы. Вот, я купила их, думаю, когда вот слезу с диеты, там спустя какое-то время мне захочется, я достану. Вот, чтобы не идти в магазин опять лишний раз, там не ехать, не покупать, пускай, думаю, будут. Вот. Иногда, там, я не ем, конечно, чипсы каждый день, но иногда хочется. Вот, сколько мы там уже наболтали с вами. Ой, 12 минут я с вами уже наболтала, ничего себе. Ладно, про правильное питание мы с вами поговорим попозже, в следующий раз. Вот, попозже. Сейчас я вам покажу солнышко. Это мне прям уже в глазах слепит. Вон там он, видите? Солнышко. Представляете, это кому-то солнышко светит в окно, отражается ко мне. Классно так. Хотя ко мне не особо, если честно. Больше отражается ко мне, когда вот этот вот дом вот стоит. Вот этот вот дом, здесь вот на каком-то этаже, по-моему, то ли фольга висит у них, то ли что, и прям ко мне в комнату заглядывает. Вот, и так приятно, я так люблю просыпаться от солнышка, но оно заглядывает уже часам к 11 с чем-то, когда поднимается через наш дом. Ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, и обязательно пишите комментарии, в какое время вам удобнее, чтобы я провела стрим. Вот, когда вам будет удобно посмотреть. Мы с вами согласуем еще этот момент. И всем пока-пока.